саженцы ежевики Наваха, бесшипные и прямостоящие. Они не столь высоки, как прочие сорта ежевики, что отражается и на размерах ягод. Они несколько мелковаты черного цвета, но при этом обладают высокими вкусовыми качествами. Также небольшой размер удачно компенсируется обилием плодов на каждом кусте. Крупномеры ежевики Наваха уже достаточно сильны, но при достижении высоты более 1,5 метра будут требовать подвязки. Особенности данного сорта ежевики. Средние сроки созревания – август или сентябрь. Устойчивость к транспортировке. Побеги без шипов, что облегчает сбор урожая. Если зима предполагается с температурой ниже минус 20, то рекомендуется укрыть ежевику. Ежевика Наваха – это многолетнее растение высотой 150-200 см. Ежевика прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. Ежевика Наваха имеет средний срок созревания. Обратите внимание, что ежевика Наваха – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.